По результатам проверок прокуроров Североказахстанской области в деятельности организации образования начаты досудебные расследования. В ходе проверки прокуратурой Эртауского района установлено, что работники одного из детских садов незаконно получали бюджетные средства путем приписки детей, фактически не посещающих дошкольную организацию. Виновное лицо осуждено к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с возмещением ущерба в бюджет государства в полном объеме. Все эти действия совершались на протяжении последних 3 лет в период с 2021 по 2024 годы. Кроме того, начатое прокуратурой Эртауского района досудебное расследование в отношении работников отдела образования района продолжается. Наряду с этим установлен ряд нарушений в сфере противопожарной безопасности, санитарных норм, доступа детей к запрещенной информации в сети интернет и другие.